Ну что, привет, привет, здрасте, здрасте. Как говорится, вот и время новогоднего мукбанга. Мукбанга, да. У нас с вами сегодня холодненькая ламбруска и оливьешечка. К ламбруску у меня тут еще немножко есть сыра. Ну, так сказать, закусить. Ну что, давайте начнем. Начнем с того, что будем поднимать бокал. Бокал в кадр не влазит. Но ничего. Все, что не влезло в кадр, я вам озвучу. Камин. Все как полагается. У меня, кстати, где-то есть крышечка такая специальная. Ну ладно. Это после. Ну что? Мы с вами встречаемся уже в после новогодние дни, когда все основные празднества отгремели. Ну, как говорится, самое время устроить завершающее празднество. Хотя впереди еще Рождество, Старый Новый год, так что вряд ли это в моем случае будет завершающее празднество. Ну, а вашим вам уже самостоятельно решать. Короче, 2023. Дуся, хватит строить мне рожи и не вздумай сюда идти. Я занята. Сейчас как дам ложкой по башке. Иди. Я тост говорю. Короче, 2023. Ну, что сказать. Для меня в целом год был неплохой. В том плане, что... Что? Год как год. Никаких особых достижений не было. Но и не было провалов. Поэтому можно считать, что год ровный. Если в общем... В общем плане, то на год было множество надежд, что наступит мир и все такое, но эти надежды плавно перетекают в 2024. Короче, проводим 2023, каким бы он ни был, он был. Спасибо за то, что сделал нас сильнее. Спасибо, что познакомил нас с новыми людьми, если в вашей жизни такое было. Спасибо, что вернул нам некоторых старых людей. Тоже не всегда неожиданно такое случалось, по крайней мере, со мной несколько раз в этом году, что появлялись вдруг, откуда ни возьмись, люди из прошлого. Главное, с хорошими целями. То есть, знаете, не просто нахуй послали, как сказать, по старой памяти, а с какими-то хорошими намерениями. И это, кстати, большой плюс 2023. Короче, давайте просто выпьем и поедим салата, в конце концов. Праздник есть праздник, поэтому будем позволять себе оливьешечку. В общем, ваше здоровье. Ой, а как же мне вас? Придется приподнять. Давайте. Пьем. Божественный ламбруско. Сырочек. Перфекто манифик. Ламбруска очень хорошо с сырочком с плесенью. А сырочек с плесенью очень хорош с виноградиком. Но мы тут... Ради этого. Так, я надеюсь, он у меня настоялся. Я вчера в ночь делала. Так, передавайте, девочки, тарелочки. Кому? Кому
оливьешечки. Ой, не мимо. Ну, главное, не мимо. Давайте, девочки, берите оливьешечку, кто следующий. Да, оливьешечка бомбическая. Ну что сказать? 2024 перетекают надежды на мирное небо. Наверное, это главное желание. Причем уже не первый год, как это ни печально, но на этот год у меня свои личные грандиозные планы. Дуся, да пошла отсюда. Тут финики просто лежат. Эта женщина очень разносторонняя. И, как выяснилось, она жрет финики. Я поставила как-то тарелку, на которой были косточки от фиников. Она сперла эту косточку, начала ее грызть. В итоге, естественно, я дала ей просто финик без косточки, ну, мякоть. Она схомячила с удовольствием. Ну вот, отвлекаемся на Дусю. У меня грандиозные планы. Ну, не то чтобы я хотела бы их осуществлять, но короче, у меня куча документов заканчивается, которые мне придется продлять. Это то еще действие, но это нужно будет просто пережить как стихийное бедствие. И загранпаспорт, и права. Короче. Я все еще не отметаю надежду посетить Стамбул. Как-то буквально с 2019 года, да, эта мысль. Но то ремонт, то ковид, то хуит. Короче. Теперь надежда на 2024. Оливьешечка хороша. Я, честно говоря, этот тазик буду есть, наверное, всю неделю. Хотя у меня на Рождество бранч намечается. Может быть, мне помогут. Да есть. А может быть, я и сама справлюсь. Не надо меня со счетов сбрасывать. Хотела сегодня еще стейки сделать на гриле. Потом думаю, блин, у меня целый тазик оливье. У меня куча сыров. У меня куча орехов.
стала ничего делать. Давайте еще тост поднимем, да? Сейчас. Так, за что будет этот тост? Что-то давно это тостовиком не было. Слушайте, пусть этот тост будет для всех хороших людей. Почему нет? Все в наших руках. И за кошек нам. Этот тост следующий. За хороших людей. Все равно я верю, что их больше. И несмотря на то, что 2022 очень резко, по крайней мере, в моих глазах, разделил все на черное и белое, как только я слышу позицию, которая не совпадает с моей позицией, этот человек автоматически уходит из моего поля зрения, уходит из моего круга общения. Как-то я для себя так решила. Но и среди тех людей, кто не поддерживает нашу позицию, все равно есть хорошие люди. И если в вашей жизни что-то случится, не дай бог, и вам сможет помочь только тот человек, который не поддержит вашу позицию, вы не будете от него отказываться. А это показатель того, что все это не так важно, как оставаться хорошим человеком. Все за вас, за хороших людей. Давайте поднимаю вас. Бдзинь. Пьем. Слушайте, у нас на Новый год все резко начало таять. Прямо перед самым Новым годом. С 30-го просто шел дождь. Это прям было максимально интересно. Хотя в каком-то году уже было такое, что прям реально лил дождь. У меня даже где-то видео есть. Я помню, что я в центре каталась. Я регистрацию делала бывшему мужу. Мы делали регистрацию в центре. И у меня было видео, что стоит елка и просто льет дождь. Это было прям как-то, знаете, очень интересно. Очень интересно и очень непривычно. И вот в этом году, 30-го, то же самое было. Но 31-го, по-моему, уже был минус. Минус 1, минус 2. Потом как херахнули холода. Сейчас, не знаю, у нас больше минус 10. Минус 15, минус 18. Ну что это такое? Тоже такой резкий скачок. Ну, знаете что, Новый год встретили, теперь можно спокойно и зиму ждать. Ну, в смысле, господи, зиму, что я говорю? Хватит с меня зимы. Весну ждать. Ну, там, Пасху. Чучело сжигать.
как бы после Нового года зима уже вообще не катит. Уже, знаете, хочется, чтобы просто была весна и все. Давайте за весну. Чтобы весна быстрее пришла. В чем прелесть ламбруска? В том, что она когда холодная, она пьется моментально. Но потом ты пытаешься встать, и тебя уносит. Три белых коня, ах, три белых коня, куда-то, куда-то уносят меня. Орешки. А тут еще орешки. Ощущение, что я в кадре лезу в чужую тарелку. И я ем с чужой тарелки. Нет, это тоже моя. Просто она в кадр не влезла. Оба. Вот так вот. У меня тут всяко. Я видео снимала. Вообще я поймала себя на том, что в Инстаграм реально залипаю на видео, где выкладывают закуски на тарелку. И причем очень красиво. Тут то. Ну вот, и я типа попробовала сегодня сделать видео. Видео я сделала в шотсе. Оно будет. А теперь эту красоту же надо съесть. Ну хорошо, что вы есть. Поддержите, как говорится. В любых начинаниях. Как, кстати, прошел ваш Новый год? Какие есть ожидания 2024? Ну, я как неисправимый оптимист склонна к тому, чтобы верить в хорошее. А хорошее склонна к тому, чтобы верить в меня. Поэтому у нас взаимопонимание. Сочетание сыра с плесенью с виноградом — это просто бомба. И с миндалем. Гурман, ёпта. Ну что, надо закругляться, потому что я уже, честно говоря, наелась. Но когда стоит такая закуска, глаза разбегаются, а хочется есть. А нам этого не надо. Главное в этой жизни — уметь остановиться. Или не начинать. Знаете, как говорится, боишься — не делай, делаешь — не бойся. К чему это сейчас, я не знаю. Давайте выпьем, чтобы в 2024 все наши планы... Нет, не так. Давайте выпьем за то, чтобы в 2024 все наши мечты становились планами, а планы непременно сбывались.
Давайте, поднимаю вас. Бдзинь. Все, на этом буду это видео закрывать. Потому что, с двух бокалов меня унесло. И чтобы меня не унесло еще дальше, чем меня уже унесло, видеокамеру лучше выключить. Это народная мудрость. Пользуйтесь. Все.